В Москве задержали так называемого вора в законе Александра Кушнирова. В преступном мире он более известен под уголовной кличкой Саша Белорус или Саша Кушнир. Последние годы криминальный авторитет незаконно жил в российской столице. В мегаполисе он промышлял наркотиками, за что ранее и получил реальный срок. После отбытия наказания он остался в московском регионе, нарушая действующее миграционное законодательство, то есть проживал здесь без определенного места жительства. По оперативным данным, вор в законе контролировал деятельность организованных преступных групп, которые занимались совершением тяжких преступлений, таких как кражи, грабежи, разбоя. Помимо этого, Александр Кушниров умудрился обложить данью ряд белорусских предпринимателей. Сейчас опасный преступник депортирован в Минск, где его ждет суд. По словам полицейских, за октябрь 2012 года это шестой пойманный вор в законе.